Какие бывают жизненные косяки? Бывает такое, что мы покупаем БУ iPhone и при активации нам запрашивает пароль от предыдущего владельца iCloud учетной записи. Бывает такое, что мы сами забываем наш пароль по каким-то чистым случайностям, мы просто выходим с учетной записи и не можем вспомнить, как зайти, то есть всякое быть может. Поэтому есть отличное программное обеспечение, которое поможет решить нам данную ситуацию. И с кое-какими, конечно, минусами, не без этого, но мы можем ее использовать. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Смотрите, какая ситуация. То есть данное программное обеспечение позволит нам сделать что? То есть накатывается новая прошивка для данного iPhone, и точно так же нам нужно будет установить jailbreak. Что делает jailbreak? Jailbreak накатывается на устройство, нам помогает обойти активацию. Мы получаем, в принципе, устройство рабочее, но без сотовых данных. То есть вы не сможете проверить счет, вы не сможете позвонить и пользоваться, в принципе, сим-картой. Все остальное полноценно рабочее, то есть по факту вы получаете iPod Touch. В данном программном обеспечении есть два пункта. Снять активацию iPhone или отключить найти iPhone. То есть нажимаем наш пункт, то есть нас идет предупреждение, что здесь будет снята активация. То есть мы накатываем новую прошивку, устанавливается у нас jailbreak, и по факту мы будем иметь устройство как iPod Touch, чтобы вы понимали, то есть после завершенного процесса просто активируйте iPhone. Это лучшее использование, чем вообще ничего. Что нам предлагает данная компания? Это быстро снять блокировку активации iCloud без пароля или Apple ID, разблокировка учетной записи iCloud в любое время, войти в App Store с новым идентификатором Apple ID после обхода блокировки активации на iPhone, отключение найти iPhone, надежная утилита для обхода iCloud Cloud Activation Lock. То есть забыли Apple ID пароль для активации iPhone. Если ваш iPhone заблокирован от этого, FormiK прекрасно и легко быстро удалит iCloud без пароля. Это также относится к сценариям ниже. То есть активация iPhone без Apple ID, разблокировка, тра-та-та-та-та-та. Вот это вот все, что вам здесь нужно будет. По ссылочке перейдете в описание, оно будет. И также в закрепленном комментарии. Все будет доступно и понятно. Подключили устройство, дали все разрешения, скачается jailbreak, скачается прошивка, установится, и все, конечный итог успешно. Вы получите телефончик на заводских настройках и активируете под себя, как вам нужно будет. Вот поддерживаемые аппараты, которые вы сможете сделать, и также те платформы, на которые можно данное программное обеспечение установить. Все ссылки будут в описании. И вот с помощью данной программы мы можем решить наши такие вот нюансы с устройством. Как говорится, лучше что-то, чем ничего. Какое-то хоть использование, как-то можете перепродать данное устройство. Как использовать вам данную программу, решать только вам. Но не используйте, конечно, в каких-либо коммерческих целях. Это самое главное. Подписаться на канал, прожать колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, и оставить один любой комментарий, какой у вас iPhone, какая у вас версия iOS, как у вас с автономностью. И все, в принципе, полезные ссылки будут ниже в описании. Скоро увидимся!